началась завершающая стадия моего дальневосточного турне. Вот сейчас выезжаю из Комсомольска на Амуре обратно в Хабаровск. Фирменный поезд. К нему подцепился тепловоз 2Т-10М. Состав, кстати, тот же. Снова поеду в СВ. В том же самом вагоне. В 2013 году этот вагон был еще зеленым. Ну да. 14 вагонов также, наверное. Ну, 14. Угу. С этим почтовый багаж. Хотя этот поезд и фирменный, на пути из Комсомольска на Амуре в Хабаровск он делает много остановок. В частности, Хурба, Мылки, 303 километр, Подоли, Эльбан, Тейсин, Мингон, Болонь, разъезд 21, 207 километр, Хевчен, разъезд 18, Сельгон, Нусхи, Санбали, Литовка, Дальневосточный, Форель, Вандан, Джелюмкен, Партизанские сопки, Джермен, 22 километр, Утиный, Волчаевка 2 и Хабаровск 1.